Я с удовольствием вспоминаю наше такое практическое, конструктивное взаимодействие в прошлые годы, когда вы были на высоких государственных постах и председателя правительства, и руководителя администрации президента Республики Казахстан. Ну и я занимал разные посты. Сегодня вы возглавляете Комитет национальной безопасности Казахстана и знаете, что президентом Российской Федерации мне поручено возглавить службу внешней разведки. Требования, связанные с новыми вызовами, угрозами, которые стоят перед нашими странами, перед нашим союзом. И в этом смысле, конечно, взаимодействие по линии спецслужб имеет ключевое значение. Первый раз, когда вы еще были заместителем руководителя правительства, и тогда начинали вопросы евразийской интеграции, да. Вот мы первый раз с вами тогда встретились, и это потом ваша работа, которую вы по поручению президента начинали, она выросла в такой хороший Евразийский союз, который сейчас функционирует и работает. Если разрешите, я по поручению президента нашей страны Нурсултана Абишевича Назарбаева хотел бы выполнить одну очень приятную миссию. Указом главы государства Республики Казахстан он наградил вас государственным наградом, орденом Достык второй степени. Если вы разрешите, я хотел бы... Для меня это большая честь. Государственную награду.